рисуйте завхоза поверх Бродского. Напойте Лепса поверх Высоцкого. И верните Колумба на водоотводный канал, чтобы он открыл тут Америку и назад у канал. И мы бы зажили вдруг другой жизнью поверх прежней. И были б ни Путин, ни Ельцин, ни Горби, ни Брежнев. Я женился бы только раз, на ком Бог весть. Но детей у нас было 5, а может быть даже 6. Я б не мучился в поисках рифмы и правильного аккорда, не читал бы умных книг, изображая из себя лорда, а горбатился б на стройке простым прорабом, пил бы водку и редко шлялся по бабам. Да уж, как ни старайся, кого не меняй местами, что ни клади поверх, все равно лучше не станет. Говорят, таджик, что замазал Бродского, спокойно ушел на ужин. Ну и правильно, что замазал, никому он тут больше не нужен. Человек не должен себя определять как еврея, русского, итальянца, испанца и так далее, и так далее. То есть, в общем, он должен себя до известной степени определять. Но это за него государство часто делает. Или язык. Человек должен себя начать с того, прежде всего, он должен определить себя так, более-менее в таких, более-менее конкретных категориях. Он должен спросить себя, кто я? Трус или более-менее не трус, да? Там, скажем, я добрый человек или я жадный человек, да, там, скажем, я честен с бабами, допустим, да, или я не очень, да, вот эти дела. То есть он сначала на эти вопросы должен себе внятно ответить, да. И только потом он должен себя начинать определять в категориях там национальности, культуры, географии, философии, религии и так далее. Потому что все эти большие дела, они очень тебе сильно замутняют, да. И ты думаешь, значит, вот если ты читал этого самого, я не знаю, там, Гегеля или Бердяева, или я не знаю, ты уже хорош. Например, так же, как с советской властью бороться. Если ты борешься, то ты уже хорош. Потому что когда есть вот это объективное зло, от тебя избавляет от самоанализа, да. И ты не думаешь, что ты подонок, тоже в свою очередь. Данте говорил, знаете, как Данте говорил? Он говорил, что черты человеческого лица должны складываться в буквы, составляющие Homo Dei, да, то есть человек Божий. Я не знаю, кто я. Я знаю более-менее, что я, в общем, не самый замечательный человек, да, то есть я знаю, например, что там, скажем, я знаю, что я натворил в этой жизни, да, я знаю, кому я сделал, там, скажем, причинил зло, да, и простить более или менее, там, ну, конечно, я себя прощаю, но, в общем, в конечном счете, простить себе этого не могу, да, и так далее, да. И это для меня важнее, чем я русский или я еврей, или я вместе, да. То есть не то, что я хочу сказать, что Бог – это совесть, совершенно не в этом дело, да. Ну, просто я более-менее знаю, что я такое, да. И мне неохота, в общем, определяться в более абстрактных категориях, да. То есть в более расплывчатых категориях, да. То есть, в общем, человек должен к себе быть требователен, я считаю, да, более-менее, если он может, да. А так и не прятаться там, скажем, за или в, концепцию философии. Человек не то, не сумма того, во что он верит,
на что он уповает, не сумма своих убеждений, человек сумма своих поступков. Дело в том, что было непонятно, что забор принадлежит школе, потому что выкраска другого цвета, совершенно какие-то там руинированности, я опять-таки решил, что забор ничей.